Площадь пожара на комбайновом заводе достигла 500 квадратных метров. Этому пожару присвоен повышенный номер сложности. Дым от него был виден из разных районов города. Видел, да, в районе 10 где-то, 10 дня. То есть уже черный дым полыхал во всем. Сирены даже слышно везде. По предварительной информации МЧС России по Рязанской области, утром 30 июля на комбайновом заводе загорелся один из цехов, где производят или фасуют жидкость для розжига. К месту пожара по повышенному рангу убыли подразделения Рязанского пожарно-спасательного гарнизона. В 11 часов 9 минут пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. На месте работает 51 человек личного состава государственной противопожарной службы и 17 пожарных автомобилей. По информации МЧС России по Рязанской области, работники завода во время пожара были эвакуированы. Никто не пострадал. Ликвидировано открытое горение в 13:56. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».